Торговые точки и магазины возглавили рейтинг предложений по продаже готового бизнеса в Самаре. Эта категория занимает четверть из почти 650 предложенных в городе объявлений. Средняя окупаемость вложений по-прежнему остается один год, но выросла цена покупки. Так, купить готовый розничный магазин любой направленности стало дороже. Эксперты оценивают рост стоимости в 15-45%. Рост цен. И учитывая, что, опять же, люди становятся более грамотными, они понимают, что невозможно купить магазин, например, по розничной торговле без товарного остатка. Ну, то есть он априори должен входить в цену. А этот товарный остаток, из-за того, что ситуация на рынке поменялась, он вырос в два раза, но логично, что и общий ценник, он тоже вырастет. Средний чек на приобретение продуктовых или цветочных ларьков, магазинов, автозапчастей или бытовой техники стартует от 500 тысяч рублей. За эти деньги вы приобретаете уже отработанные бизнес-процессы, возможность получать доход буквально в течение месяца и подобранный персонал. Но по оценке экспертов, сейчас рынок продажи готового бизнеса столкнулся с нехваткой платежеспособных покупателей. Кумулятивный эффект количества предложений ведь свидетельствует о чем? Что есть предложение, но нет спроса. То есть накапливается количество предложений, а платежного способного спроса не формируется. И в этом смысле как раз лето очень показательно. Деловая активность спадает, покупателей очень мало, а предложения они как есть, так и есть. Также в возросшем количестве предложений могут встретиться недобросовестные продавцы, чей выставляемый бизнес обложен долгами или находится в стадии банкротства. Потому желающим приобрести готовый магазин важно проверить все детали. От устава, лицензии, свидетельства о регистрации до бухгалтерской и финансовой отчетности фирмы. Ольга Хамракулова, Николай Епифанов. События.